воды. Ой, господи. Простите, пожалуйста. Да ничего. Спасибо. Первый раз здесь. Что? Я говорю, первый раз здесь. А, да, да. Здесь обычно собирается местный офисный планктон. Но коктейли отличные. Я угощу. А. Нет, спасибо. Это вкусно. Сахар, ваниль. Я не пью. Потом заливается водкой. Я беременна. От тебя, Андрюш. Правда, не помнишь? 3 месяца назад пара коктейлей, потом текила и шкалик. Я подумала, ты должен знать. Значит так. Завтра сообщу адрес лаборатории, мне нужен тест на отцовство. Если ребенок мой, получишь отступные и забудешь о моем существовании. Задумаешь рассказать моей жене, пожалеешь. Утоплю в бумагах, затаскаю по судам. Повезет, если к совершеннолетию ребенка обойдется рублей 100. Прекрасная стрессоустойчивость, умение мыслить быстро, действовать жестко, к тому же хорошая земля. Вы нам подходите. Кому? У меня фирма по подбору персонала для крупных компаний. А тому заказчику нужен кризисный менеджер. Вам понравится. Вот мой телефон. Жду завтра звонка. Значит, никакой беременности? Ну, может, тогда по коктейльчику? Как сотрудник ты прекрасный. А вот человек дерьмо. Маргарита Крайнова. Директор кадрового агентства. Так. Света, серьезно? Всего 7 часов. Официальное окончание рабочего дня. Я иду с мужем в кино. Если хочешь, присоединяйся. Если я буду ходить в кино, моя фирма накроется через год. Вот именно поэтому меня устраивает должность всего лишь твоего помощника. Ну, Свет, ты не просто помощник. Ну, ты же со мной с тех пор, когда весь мой офис представлял только столик в кафе. Все равно не останусь. Так. За мной? Рита. Маргарита Сергеевна. А, то есть все уходят, да? Работать у нас сегодня никто не собирается. Вообще-то 7 часов вечера, рабочий день уже окончен. А ты ведь даже не спросила, как у меня прошло собеседование. Риточка, как у тебя прошло собеседование? Без сюрпризов, потому что я знала, что он подойдет. Ну, конечно, ты ведь его выбирала так, как будто собиралась брать мужья. Если бы я собралась брать его мужья, я бы изучила анкет даже его стоматолога. Слушай, ну с таким успехом ты никогда замуж не выйдешь, надо людям доверять. У меня нет для этого никаких оснований. Все свободные мужики в моем возрасте, либо геи, либо невротики. Лучше я буду замужем за работой. Ну, надеюсь, вы будете счастливы. Что это? А, это кандидаты на должность юриста в Голденблат, и завтра с 2 из них у тебя собеседование. Сейчас, прости, извини. Да, милый? Я уже выхожу. Я уже выхожу. Ага, все, давай. Слушай, может быть, пойдешь с нами, фильм хороший, а? Я еще поработаю. Ну, давай, работай, не засиживайся. Ну что, Игорь Матвеев, 39 лет. Удиви меня.
Доброе утро. Это у меня с вами собеседование? Да, и вы его не прошли. Не могу рекомендовать сотрудника, который опаздывает на встречу. Мне очень жаль. От вас пахнет алкоголем, еще 12 нет. Всего хорошего. Вы можете уйти, но потеряете шанс найти лучшего кандидата. Простите? Вы судите поверхностно, что в вашем деле недопустимо. Я знаю эту работу как никто. Я хочу ее, и я справлюсь. Интересно. Что же вы? Проигрались в казино? Почти. Развелся. После 16 лет брака. Это было непросто, поэтому я хочу уйти в работу. Извините, информация, наверное, лишняя. Ну почему же? Это мотивация. Отчего распался ваш брак? Просто закончилась история. Поэтому я готов ко всему новому. Простите, я хотела еще раз извиниться за то, что облила вас вином. Не стоит. И спасибо, что не нажаловались хозяина. Я сделала для вас чай. Точно такой же, как вы пили, пока ждали свою встречу. Спасибо. Я слышала, ты отменила второе собеседование? Да. Первый кандидат подошел идеально. Ну, у второго резюме было не хуже. Ну, так бывает иногда. Видишь человека и сразу понимаешь, это то, что нужно. Угу. Умный, решительный, искренний, добр с официантами, не любит оправдываться. И руки у него такие, ну, красивые руки просто. Да, это очень важное качество для юриста. Слушай, ты что, запала на него? Да прекрати, а. Я не смешиваю личное с работой. Он разведен. И что? Хорошего мужчину женщина не отпустит. Как может такой прогрессивный, умный и талантливый человек так убого рассуждать? Слушай, знаешь, в жизни разное бывает. Ну, например, люди меняют работу, потому что хотят большего. То же самое с партнером. Нет, с работой легче. Я могу позвонить предыдущему работодателю и сразу исключить лодырей, социопатов, идиотов. Да, жаль, что нельзя получить таких же рекомендаций от бывших жен. А это бы сильно упростило жизнь. Представляешь, звонишь, она тебе говорит, дорогая, он тебе не нужен. Он храпит и дарит на день рождения гвоздики. Ну-ка дай. Ну. Двое детей разведен. Жена Наталья Петровна. Матвеева, медицинский работник. Наталья Петровна. Господи, что я делаю? Я же не сумасшедшая. Добрый день, Валерия. Звоним вам напомнить, что вы записаны к окулисту на 10:30. Спасибо, будем ждать. Это не важно, что написано в инструкции. Давайте придерживаться рекомендации врача. Мы же не хотим повторения предыдущего случая, да? Валентина Петровна, звонил ваш сын, сказал, что не успевает за вами заехать. Я вам заказала такси. Да, на второй этаж холодильник для приема анализа. Девушка, я уже жду 20 минут. Может, мне прийти в другой раз? Я понимаю, но нельзя откладывать профилактический осмотр. Доктор скоро освободится. Давайте подождем. Прямо по коридору, там лифт. Добрый день. Здравствуйте. Вы записаны? Нет, не думаю. Ну хорошо, а к какому специалисту вы бы хотели показаться? Я не знаю, к какому специалисту. Это вы мне посоветуете, к какому? Ну хорошо, а что вас беспокоит? Я рассталась с мужчиной. Сочувствую. Ой, он был козлом. Но это может случиться с каждой женщиной. С вами, например, даже. В смысле? Он мне разбил сердце. Знакомое чувство? Нет, должен же быть в вашей жизни мужчина, который заставил вас страдать, что у вас все нутро переворачивалось при мысли об этом придурке. Можно вашу руку? Зачем? Вы все горите.
Пульс учащенный, дыхание тоже. Вас часто беспокоит боли в сердце? Меня вообще не беспокоит. Вы знаете, иногда отдает прямо в руку. Больно? Ну вот сейчас да. Похоже на приступ. Какой? Вам надо показаться нашему кардиологу. Да нет, девушка, вы не поняли. Мне не нужен кардиолог. Пришлите, пожалуйста, кресло вниз. Как? Он один из лучших специалистов в городе. Да, как? На регистратуру, ребят, кресло. Угу. Я же... Ну, никакого приступа, к счастью, нет. Ну, я же говорила. Ну, слава богу. Но попали вы сюда не зря. На слух мне кое-что не нравится. Придется дообследовать. Да ерунда, я прекрасно себя чувствую. А на сердце я вообще никогда не жаловалась. Да, он тогда может идти. Только я попрошу вас об одном одолжении. На следующей неделе я читаю доклад на конференции кардиологов. Ну, хочу включить туда ваш случай. А какая тема? Ну, причина учащения летальных исходов у 30-летних пациентов. Ладно. Какие там анализы нужно сдать? Напишу назначение. А пока сделайте кардиограмму. Только моя медсестра сегодня отпросилась. Я могу сделать. Нет, я вас умоляю, не нужно. Это мне совершенно не трудно. Вы же не хотите сюда ходить каждый день? Я думала, вы администратор. Нет, у меня медицинское образование. Я даже успела поработать терапевтом. А потом закрутила, семья, дети. В общем, когда вышла на работу, о врачебной карьере речи и не шло. Жаль? Нет, напротив, я слишком общительна для того, чтобы строчить анамнезы. Наверное, тяжело совмещать семью, работу? Ну, сейчас проще, я развелась. О, сочувствую. Я это пережила, и вы это переживете. А что, ваш бывший тоже оказался козлом? Нет, он хороший человек. Просто мы, видимо, устали друг от друга. Отлично. Ну, в смысле, хорошо, что зла не держите. Нет. Так, нам надо с вами заполнить медицинскую карту. Как вас зовут? Светлана. Угу. Меня зовут Светлана. Ты с ума сошла? Я думала, мы пошутили по поводу рекомендации от бывшей жены. Зато теперь я точно знаю, что Игорь не чокнутый извращенец. Могу пригласить его на свидание? Да, только когда он узнает, что ты ходила к его бывшей, он решит, что чокнутая ты. Не узнает. Я оставила твои данные. Ты что, меня впутала? Слушай, она забудет меня на следующий день. Знаешь, сколько у нее пациентов? Ну, увидит она меня на свадебной фотографии. Но тогда уже будет поздно. Да, но только это нечестно. Знаешь что? Я много раз пыталась честно. Но, как выяснилось, честно пыталась только я. Но послушай, я... Ух! А из вашего кабинета неплохой вид. Это, кстати, лучший офис на этаже. Без ваших рекомендаций я бы эту должность не получил. Ой, ерунда. Я могу только давать советы заказчику, а выбирают они и сами. По своим симпатиям. Но я рада, что у вас все получилось. Хороший человек. Должен жить хорошо. Спасибо вам. Раз уж наше деловое общение закончилось, можно ты? Идет. А может, отпразднуем все это? А, конечно. Сам хотел предложить, но, честно говоря, забыл, как это делается. И? Чувствую себя полным идиотом. Рита, не согласишься ли ты поужинать со мной? С удовольствием. Видишь? Хорошее начало полдела. А, вот эту. Распечатай. Маргарита Сергеевна, тебе звонят? Я же просила не беспокоить меня до обеда. Ну, ты просила не беспокоить, если тебе будут звонить, звонят мне. Из медицинского центра пришли мои анализы. То есть, твои. Алло? Так, что там у нас? Я что, могу умереть? Нет,
Речь о предрасположенности. Атеросклероз — явление довольно популярное. Ну, в вашем случае оно, скорее всего, наследственное. Ну, и самым худшим сценарием действительно может привести к инфаркту. Это какой-то бред. Мне всего 32. Хорошая новость. Риски можно снизить. Нужно только изменить образ жизни, и все. В смысле? Ну, правильно, питание, спорт, прогулки на свежем воздухе. И самое главное, учитесь расслабляться. Не поняла. Но считается, что это явление, оно распространено в основном среди мужчин. Они постоянно перебарщивают с контролем, поэтому живут в постоянном стрессе. Полагаю, у вас та же проблема, да? Неспособность хоть иногда отпускать в дела. Простите, что? У дела. А, по-вашему, я лошадь? Нет, такое выражение. Так выбирайте их лучше. То есть, по-вашему, я сама виновата, что я заболела? Мое сердце оплыло, видите ли, жиром, потому что я успешна, как мужик. Ну, знаете. Вы не поняли меня. Нет, я прекрасно вас поняла. Всего хорошего. А мне, знаете ли, пора. Света, Светлана. Светлана, подождите, я же к вам обращаюсь. А, да, извините, я просто задумалась о своем. Здрасте. А что сказал доктор? Велел радоваться. Больше я к нему не пойду. Понятно. А вы торопитесь? Мы можем с вами поболтать? А хотите мороженое? Оно у нас бесплатное, безлактозное, от партнеров жуткая правда гадость. Скажите, вы со всеми пациентами такая? Просто, если честно, вы мне показались очень несчастной. Я подумала, может быть, я могу вам чем-то помочь. А вы мне уже помогли. Даже больше, чем вы думаете. На самом деле, расставание – это пустячный жизненный эпизод. По сравнению, например, с увольнением или с ампутацией стопы. С чем? Ой, у нас был жуткий случай. Мужчина в том году напился, замерз, пришел к нам в отделение. Извините, мне на работу пора. Свет, да доктор прав. Несчастный быть опаснее, чем больной. Ну, может быть, я могу вам рассказать про свое расставание, как-то, я не знаю, поделиться опытом. Вдруг поможет. А может быть, вы правы. Может, как-то ваш прошлый опыт поможет мне? Ну, в будущем. По мороженому? Да. Так. Держите. Кстати, ничего. Наверное, мы были слишком молоды, влюблены. Казалось, что все должно быть идеальным. Ну, а когда начался быт, мы растерялись. Потом родилась Вика, я не спала, ну, денег на нянь не было. А Игорь разве вам помогал? Он работал за двоих. Сначала мы очень переживали, что редко виделись, ну, а потом как-то привыкли. И разве сказала, что его Игорь зовут? Ну, конечно, как бы я узнала? Ну, вот сейчас, кстати, мы стали абсолютно нормально общаться. Игорь часто забирает детей к себе. Я стала более увереннее в себе. Да? Да. Счастливей. Ему прям желаю счастья. Правда? Угу. Слушайте, здорово. Нет, просто многие женщины впадают в какую-то депрессию, ставят на себе крест, а вы прям... С чего бы это? Ну как с чего? Одинокая. С двумя детьми. Тут одной тяжело найти пару, а здесь... А найдешь ты кого-нибудь. Ну вот... Непонятно, как он поладит с твоими детьми, не поладит с твоими детьми. Да, кстати, я об этом как-то не думала. Зато мужчины, вот, кто легко находит подруг. Еще не успевает печать высохнуть на свидетельстве о разводе. Да ладно. Угу. Так что, Наташа, вы молодец. Дайте я пожму вашу прогрессивную руку. Долой предрассудки. Давай на ты. Кстати, ничего. Забрала? Да. Там на пиджаке было пятно, проверила? Проверила, но тебе это не поможет. О, ты всегда была моим демотиватором. Я всегда была твоей совестью. Мало того, что ты познакомилась с соперницей, теперь она еще душу тебе изливает. Эта женщина мне не соперница, она живет своей жизнью и вообще не думает об Игоре. Может, когда-нибудь мы даже будем
дружить домами. А, ты серьезно? Слушай, ну это удивительно. Потому что в бизнесе тебе нет равных, а в отношениях ты просто полный дуршлаг. Ты понимаешь, что все женщины собственницы, и бывших мужчин вообще не бывает? Кто-то мне говорил, что надо доверять людям. Подожди, если это игры для него, рано. Господи! Привет. Привет. Может, я время перепутала? Или у меня часы сломались? Нет, нет. Я решил заехать лично, чтобы не выглядело, как будто я испугался. Начало волнующее. Прости, встречу придется перенести. Мой сын с одноклассниками пошел на представление. Вот, и жена, бывшая жена, она должна была его забрать, но она не успевает, у нее машина сломалась. Очень жаль. Нет, я обещаю исправиться и пригласить тебя снова. Да я все понимаю. Что будешь делать? Да, не знаю. Как ты понимаешь, у меня картотека трудоустроенных. Может, подвернется кто-нибудь. Да я шучу, Игорь. Ну, конечно, я буду ждать твоего звонка. Хорошо. Что я говорила? Ты разбудила зверя. Может, у нее правда машина сломалась? Ага. Стиральная. Привет. Привет. Так что с машиной? С какой машиной? А, да, я забыла выключить фару, у меня сел аккумулятор. Но какой-то милый сосед по парковке меня спас. Я тебе написала сообщение, ты не получал? Нет. Ну ничего, Сереж будет рад тебя видеть. Ну и мы сможем пока поболтать. Сможем? Конечно. Прекрасно прям выглядишь. Тебе развод пошел на пользу. Спасибо. Нет, правда, прям замечательно. Такое ощущение, что на свидание собираешься. Я собирался. Правда? Не знала, что ты с кем-то встречаешься. Ну, я не то, чтобы встречаюсь. Нет, ты знаешь, я на самом деле очень рада за тебя. Кто она? Мы познакомились по работе. А, интересно. Ну и, в общем, серьезно все, да? Мы сейчас домой пойдем. Пап, ты видел лазерный меч? У него целых 4 режима. Пойдем, здравствуй, покажи. Сын. Я тоже рад тебя видеть. А как спектакль? Я 16. 16 лет. Я сворачивала в этот клубочек от носки этого мужчины. А у него теперь свидание. Он назвал это свидание? Как мило. В смысле, ты рано паникуешь? Может, у них ничего не получится? Нет, ну, разумеется, конечно, ничего не получится. Это почему? Ну, мой Игорь только выглядит мачо. На самом деле, он в любовных делах вообще спешить не любит. Он ко мне приглядывался полгода. Нет, ну, он все-таки назначил свидание. Ну, я думаю, что этим все и закончится. Я не знаю, кто эта барышня, но если она связана с его работой, она явно не из робких. Она пойдет на пролом, он испугается, бежит. Все, 100%. Это просто смешно.
Послушай, Игорь, что я хотела сказать? Я прекрасно понимаю, что 16 лет брака – это немало, и я не претендую ни на какую романтику. Да нет, я не против романтики. Ты просто понравился мне как человек. Я захотела провести с тобой этот вечер. Все? Правда? Я, если честно, не люблю торопить события. Рит, ты просто особенная. Да? Ты знаешь, сейчас женщины стали похожи на хищниц. Они выслеживают, проверяют, даже не дают времени толком влюбиться. А ты? Я думал, таких больше не бывает. Бывает? Вот такая я. Иди ко мне. Засунь это ханжеское выражение лица в шредер. Я не просила у нее совета. Она сама мне рассказала, как с ним себя вести. Конечно, использовать информацию бывшей жены парня, чтобы заполучить самого парня, это верх цинизма. Она хотела, чтобы ее бывший муж был счастлив. Он вчера был счастлив. А ты? Что я? Ты счастлива? В смысле? Ну, ты всегда говорила, что человеку достаточно 3 минут для того, чтобы понять, нравится ему другой человек или нет. Мне просто интересно, как долго ты будешь разыгрывать нежную дружбу со взрослым мужчиной. Тут другая ситуация. Сейчас он похож на маленькую раненую птичку. Да? Нужно терпение, чтобы заново научить его летать. Понятно, решила взять измором. Слушай, тебе звонил доктор Пантелеев? Кто? Кардиолог. Ну, он звонил мне, потому что назвал мое имя, но у меня с сердцем все в порядке. Что хотел? Он оставил номер, позвони. Добрый вечер, вас беспокоит Саподрома. Рад, что вы не испугались и перезвонили. А чего мне пугаться? Ну как же. В прошлый раз вы просто вылетели из моего кабинета, словно юная кобылица, смущенная первой грозой. Я кладу трубку. Подождите, не надо. Что вы хотите? Снимите блузку. Что? Это я не вам. Хотя ход мысли мне нравится. Если серьезно, мне очень жаль, что в прошлый раз я вас так напугал. В качестве извинений приглашаю на велопрогулку. Парк у реки знаете? В пятницу в 7 у ворот. Думаете, прогулка с вами – это что, такая большая награда? Мама всегда так говорит. Мама предвзята. Зато объективно я хороший доктор и забочусь о здоровье своих пациентов. Вам нужно больше гулять на улице. И, пожалуйста, хватит мне названий. Я все-таки на работе. А... Это воскресенье. Он встречался с ней в среду, они были на пикнике. А вчера он ее водил на концерт в филармонии. Подожди, я не поняла, ты же говорила, у вас все закончилось. Он свободный человек, он может приглашать на концерт, и кого захочет. Да, ты права, я веду себя как эгоистичная стерва. Все, надо действительно заканчивать с этим прошлым. Вот, вот это правильно. А с другой стороны, ну что, один концерт? Подумаешь, вот если он ее познакомит с детьми, вот это тогда действительно серьезно. Они недавно встречаются. Причем здесь дети? Придумала. Я в эти выходные окажусь больной. Попрошу его забрать детей. Наверняка он планировал это время провести с этой девицей. Вот ему придется выбирать. Либо он ее знакомит с детьми, либо отменить свидание. Для детей еще слишком рано. Да, я надеюсь, она скажет так же. Она думает, она хитрее меня. Она меня просто не знает. О, боже, ты опять. Я покажу этой курице, с кем она связалась. Тебе действительно настолько нравится этот парень? Ты знаешь, нравился поначалу. Но он оказался просто неотразимым, когда я поняла, что его надо завоевывать. И я не собираюсь ей проигрывать. Это не игра. Правильно. Это война. Что ты собираешься делать? Записывай.
Мне нужно два лучших номера в загородном пансионате. Угу. Там должен быть бассейн, горки, зоопарк и аниматоры, которые, я не знаю, поливают детей шоколадом. Ты меня пугаешь. И в конце этого отпуска эти дети полюбят меня так, что их папочка прямо оттуда понесет меня в ЗАГС на руках. Или в психушку. Мне нужен отель. Послушай, я сомневаюсь, что накануне выходных будут свободные номера, тем более с бассейном. Я плачу любые деньги. Слушайте, когда я говорила, что я плачу любые деньги, я не имела в виду все состояние. Ладно. Ладно, пришлите счет мне на почту. Все. Этот Игорь обходится мне слишком дорого. Зато теперь у него не останется шанса. Один круг. Исключительно ради здоровья. Идет. Не хочу быть темой для вашей конференции. За мной. Ах, так? Не вздумай в меня влюбиться теперь. Я только кажусь доступным. Вот еще. Хотя идея с прогулкой была прям отличная. Договорились. Теперь будем это делать каждый вечер. О, не думаю. Почему? Ну почему? Я взрослый человек, у меня обязанности, планы, ответственность перед людьми. Ой, можно подумать, ты делаешь все, что хочешь. Я? Да. Например, мне нравишься ты, я хочу видеть тебя чаще. Ты чего? Это ты чего? На людей бросаешься. Я тебе не нравлюсь, что ли? Слушай, я тебя знаю 3 часа. Для того, чтобы понять, что кто-то нравится, достаточно 3 секунд. Не знала? Слышала. Спасибо. Привет. Какая ты. Куда ты собираешься? Да нет, в магазин просто решила выбежать. А что случилось? Мы вроде как вечером договаривались. Да, но, понимаешь, моя бывшая жена должна была провести эти выходные с детьми, но она... Заболела? А как ты догадалась? Я догадливая. Ну что, у тебя папины выходные? Прости. Дело в том, что дети уже сидят в машине, мы съедим по пицце или попрыгаем на батутах. Не переживай. В понедельник увидимся. Прости. Слушай, а у тебя есть определенные планы? Да нет. Просто есть один загородный отель, там хозяин мой клиент. За мной всегда 2 лучших номера. Там просто прекрасно. Пляж, лес, можно погулять. Поезжай туда с детьми. Это было бы замечательно. Сейчас я адрес тебе скину. Послушай, а если у тебя тоже нет никаких определенных планов, может быть, ты съездила бы с нами? Я и твои дети? Я понимаю, что рановато для знакомства, но... Дай мне 5 минут, я соберусь. Ну, вот. Красота. Сегодня не получится позагорать, зато можно шашлыки пожарить. Лучше бы дома сидела и уроки учила. Я слышала, здесь есть прокат удочек. Я хочу на озеро. Отлично. Я всегда, кстати, мечтала научиться рыбачить. Я хочу с папой. Сережа, так нельзя. Рита нас пригласила. Прости, пожалуйста, он отличный парень, просто из-за развода не в себе. Позже вы обязательно подружитесь. Да ничего, ему просто тебя не хватает. Иди, нам не будет скучно. Мы толком как-то и не успели познакомиться. Ага. Алло, не занята?
очень. Имитирую мигрень. Ой, знаешь, притворяться, оказывается, не так уж и просто. Ну и как твои усилия? Не напрасно, я надеюсь? Эта бедняжка получит отставку от моего бывшего уже сегодня, вот увидишь. Подожди, а он разве не познакомился с детьми? Неважно. Они сказали, что она скучная, суетится, пытается понравиться. А Игорь, он никогда не свяжет свою жизнь с женщиной, которая не может поладить с его детьми. Правда? А может, они просто не дали ей шанс? Как-то невежливо так говорить о женщине, которая не сделала им ничего плохого. Слушай, ты даже ее не знаешь. Зачем ты ее защищаешь? Ну, я тебе переживаю, что она скажет о твоих методах воспитания. Ну, ты права. Мне сейчас самой с ними непросто. У Вики вообще переходный возраст. Голова забита парнями, а не учебой. Сережа страшно скучает по отцу, заедает стресс сладким. Чего я только не делала. В общем, если я и сама с ними не справляюсь, то этой девице можно только посочувствовать. Я думаю, не стоит. Что, слушаем? Эй! О, отличные ребята. Угу. Вы их знаете? Да. Пару раз приглашала на вечеринку выступать в свою фирму. А я никогда не была на вечеринках. Мать не пускает. Ну, ее можно понять, ты просто красивая девочка. От парней, наверное, нет отбоя, да? Я не знаю, я дома сижу, книжки читаю или к экзаменам готовлюсь. Или в интернете зависаю, но не больше 2 часов в день. У матери с этим разводом вообще крыша поехала. Мои меня тоже опекали. Но я всегда находила способ сбежать. Как? Ты говорила, что иду к подруге ночевать, а сама тусовалась до 5 утра. Есть один парень. Зовут Вадим. Полный идиот. Сейчас покажу. Симпатично. Да? Скоро будет вечеринка за городом. Там все наши будут, и он тоже там будет. И я почти уверена, что я ему тоже нравлюсь. Ты знаешь, мне кажется, любовь такая вещь. Ради нее можно пойти на очень многое. Я тоже так думаю. Такая плотвичка была хорошая. Ну, может, она маленькая совсем была. Так, тише, 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 тише. Ой, тише, задушишь, задушишь. Мы ничего не поймали. Паршивое озеро. Зачем мы вообще сюда приехали? О, так. Пап, пойдем в волейбол поиграем. Ты же знаешь, мы не можем оставить Сережу. Он не умеет. Не, он просто жирный. Вика! Дуря! Отлично, отлично! Давайте я с ним посижу. Правда, ты хочешь? Конечно. Пойдем, пап, давай. Садись. Так, просто кидать? Ну, давай. Будешь вести себя по-человечески, получишь точно такое же. Идиот. А можно еще порцию? Прости, это непривычно. Там за стеной спят мои дети, и не могу. Вдруг кто-то из них проснется и выйдет, это может их травмировать. Ясно.
Пойду спать к ним. Спокойной ночи. Вообще отсюда не уходишь. Я катаюсь каждый вечер перед сном. Между прочим, это у меня ритуал. Ясно. Да. Случилось чего? Ты... И ты абсолютно прав. Я привыкла, да, все контролировать. Потому что всего хорошего приходится добиваться какими-то адскими усилиями. Слушай, но жизнь — это не только труд. У меня есть еще много чего хорошего. Ну, любовь, например. Ха, особенно в любви. Просто какими-то жестокими, нечеловеческими усилиями. Ну, значит, тебе попадалась какая-то бракованная любовь. Потому что в настоящей любви не нужно никаких усилий. Вот она приходит просто, вот просто, чтобы быть. Не знаю, такая мне еще не встречалась. Извини. Я поговорю? Алло? Рита, Вика пропала. Как пропала? Ну, вот так, соврала Наташа, что идет ночевать к подружке, а та встретила ее маму в магазине. Она не отвечает на звонки, я должен ехать домой, прости. Позже перезвоню. Вика где? Какая Вика? Девушка красивая, с русыми волосами. Она в ванной заперлась, сейчас не выходит. Спасибо, что на звонок ответила. Хотя родителям тоже не помешало бы знать, где ты. Все равно. Главное, чтобы я экзамены хорошо сдала. Что у меня на душе, это ерунда. И не поеду домой. Видела твоего Вадика с этой. Сочувствую. Думаю, я ему нравлюсь. Да пошел. Пошел он. Еще и с моей лучшей подругой. Я ей все-все про него рассказывала. Каждой девочке в жизни хотя бы раз встречается такой Вадик-гадик. И такая подруга. Но я знаю одно лекарство. Пиво? Нет. Мамины объятия. Мне их, знаешь, как в свое время не хватало. А у тебя они есть. Господи, Вика! Мам! Вика, ну так же нельзя пугать! Ну ты прости, что? Прости, пожалуйста. У тебя ничего не болит? Нет, нет, все в порядке. Все. Все хорошо. Прости. Слава богу. Алкоголем не пахнет. Она хорошая девочка. Я твои годы был гораздо хуже. Хорошо, что Рита уговорила ее вернуться. Серьезно? А то, что она надоумила сбежать? Она здесь ни при чем.
Это просто молодость. И жесткий контроль здесь не поможет, только доверие. А, это значит, я плохая мать, да? А тебе она, между прочим, вообще не позвонила. Потому что ты всегда был занят только своей работой. Чертов эгоист. Спасибо, что напомнила, почему мы развелись. Господи. Мы развелись. Полгода назад, почему я до сих пор веду себя, будто я женат? Ой, не смеши меня. Ты отлично развлекаешься. Все, мне не смешно. Я хочу положить этому конец. Пожалуйста. Я не видела с 2005 года. Добилась своего, да? Ну, это было, я так скажу, вполне феерично. Что-то я не слышу энтузиазма. Победа не победа, пока они не знают побежденного. Ты перестань, ты же не такая стерва. Ну, Наташа. Алло? Ну все, мое терпение лопнуло. Эта девица вздумала учить мою дочь, кем она вообще себя возомнила. Настало время встретиться с ней лицом к лицу и все выяснить. Ну и что ты собираешься делать? А я теперь знаю, где она работает. Угу. Игорь посылал ей цветы в офис с моего пароля со службы доставки. Ой, не пропустите, пожалуйста, поворот, сейчас нам направо. Ты уже тут? Ты уже там? Я тебя прошу, ничего, не решай вот так вот быстро, спонтанно. Жди меня, скинь адрес, я сейчас приеду. Слышишь? Ой, спасибо, что так быстро. Ну, как можно медлить, когда подруга страдает? Думаешь, я схожу с ума? Думаю, ты торопишься с выводами. Да я на себя злюсь. Я как только поняла, что мне уже достаться другой. Черт. Ведь я его так любила. Я люблю. Света, мне нужно его вернуть. Слушай, можно я уточню? Ты согласилась помочь ей отбить его у тебя? Слушай, эта женщина способна вернуть Аляску, не то что бывшего мужа. Так я хотя бы буду ее контролировать. Слушай, если бы ты изначально к ней не пошла наводить справки об Игоре, вообще ничего делать бы не пришлось. Ну да, ваши отношения развивались бы медленно, но честно. Простите, пожалуйста, а где мне найти Маргариту? Она должна быть в переговорной.
Добрый день. Доставка цветов. Букет для Маргариты. Маргарита, это я. Букет оставьте на столе. А вам не интересно посмотреть, от кого он? Потом посмотрю. Я просто имела в виду, наверное, для вас это такое рядовое явление. Вам часто дарят цветы. А я вот такая вот бездушная стерва. Я не люблю эти милые приятности. Я манипулирую людьми и отношениями. Но зато я регулярно повышаю своим подчиненным зарплату. День добрый. Добрый. Так, ее еще нет. Да явился я чуть раньше. Хорошо, я подожду в приемной. Угу. Головушка, а не сваришь мне кофе? Кофе? А чего я должна варить вам кофе? Идите и вон, варите сами там кофемашину. Ну-ну. До свидания, Маргарита. Боже мой, какое унижение. Я только что заставила старика Голденблата самому себе кофе делать, а он, между прочим, на Новый год подарил мне билеты в большой. Ей конец. Этого мне еще не хватало. Привет. О! Привет. Ну вот, решил зайти лично. А? В прошлый раз так сбежала, что... Нет, прости, просто столько дел накопилось за эту неделю. Я бы от тебя сбежала, если была такая возможность. Хочешь сказать, что дело не во мне? С чего это? Мне просто казалось, что между нами начало появляться что-то... Что? Что-то хорошее. Тебя могло это испугать. Слушай, все кардиологи такие болтливые, или только ты не можешь остановиться? Компенсация за мой плохой почерк. Могу я пригласить тебя на настоящее свидание? Прости, я думаю, что не получится. Обещаю весь вечер сидеть с закрытым ртом. Хотя тогда я ничего не смогу съесть, но... Слушай, у меня появился кое-кто. Нет, ну недавно, но просто я думаю, что это серьезно. Я понял. Нет, ну конечно, при других... Да нет уж, пожалуйста, береги себя. Нет, она смотрела на меня как на букашку. Неудивительно, конечно, что ее задаривают мужчины цветами, но я не думала, что моему Игорю нравятся вот такие женщины. Ну, может, ему как раз этого и не хватает в ваших отношениях. Что-то такое, перчинки. Ну, это, кстати, правильно. Да, я, конечно, по сравнению с ней полевая ромашка. А я ведь когда-то была первой модницей, я даже носила вторую серьгу в ухе. О, да ты вообще огонь. Это да, но, понимаешь, когда рождаются дети, уже как-то не до шмоток. Мне очень нужен честный взгляд со стороны. Да пожалуйста. Ты прям вот стильная, классная, молодая. Не знаю, вот если бы, например, Игорь бы встречался с тобой, на 100% бы его поняла. О-о-о! Мамочка, я умираю. У тебя столько потрясающих вещей. Ну надо мне куда-то девать деньги и энергию. Тем более детей нет. Ой, хочешь, возьми моих? А, нет, спасибо. Я пошутила. А я нет. Это ж просто сумки. Ты тут выбирай. Ну, не знаю. Так. Вот это тебе подойдет. Красивый такой персиковый цвет. И еще одно. Вот. Вот это. Подожди. Глаза очень красивые. В нем ты будешь такая женственная. Светка, почему ты так добра ко мне? Ну, потому что подруги же должны делиться всем. Ну, кроме мужчин, да? Угу. Давай, давай, давай туда. Ой. А ты думаешь, это смешно, что я хочу вернуть своего бывшего? Да нет, это как раз-таки совсем не смешно. Угу. Ты не одобряешь. Подожди, это твой выбор, и я... Нет, у меня ничего не получится. Просто я не хочу, чтобы ты опять страдала. Это ты о чем? Ну, ты знаешь, когда
Время проходит, прошлые отношения, они вообще не кажутся такими... такими... плохими. Ты знаешь, плохое забывается, хорошее только... хорошее всплывает. Фух, и тебе кажется, ну если уж так было все хорошо, почему? Почему нельзя было промолчать? Понимаешь, тогда, когда-нибудь? Или там лучше выглядеть. Или лучше выглядеть, или уступить. И тебе кажется, что есть проблема. Понимаешь, ты ищешь проблему, а проблема, она вообще не в тебе проблема. Проблема в нем, в том парне, понимаешь, проблема, который заставил тебя страдать. Это вот та самая история? История об разбитом сердце? Мы встречались 5 лет. Он вел колонку в мужском журнале. Вообще талантливый. Стихи пишет. Мог за ночь тебе песню посвятить. Серьезно? Я вот никогда не встречала девушек, которым посвящали песни. Но вот именно так их и представляла. Но, к сожалению, он посвящал их не только мне. За неделю до свадьбы пришла домой и увидела их в кровати. Со своей лучшей подругой. Да ладно. Кошмар какой. Что, прямо вот на этой кровати? Нет. Ту кровать я сожгла. Вместе с квартирой. А их тела до сих пор не опознали. Наташ, ну я шучу. Ну за кого ты меня принимаешь? Нет, они рассказали, что встречались уже несколько месяцев и не знали, как мне об этом рассказать. Смешно. Есть же миллион способов, как об этом рассказать. Дорогая, не покупай платье, я сплю с твоей лучшей подругой. Или там, я не могу быть свидетельницей у тебя, потому что я тебе вру. Да свиньи. С тех пор я не доверяю мужчинам. И подруга. И ненавижу бардовские песни. Мне тоже, кстати. Но так нельзя. Нельзя не доверять всем людям из-за 2 гадов. Посмотри на меня, я твоя подруга. Я тебя никогда не предам. Ладно. Что там с твоим планом по отбиванию мужа у соперницы? А, ничего особенного. Я просто приглашу его домой. И напомню, как ему было там хорошо. Рит, что ты задумала? Ну, как ты думаешь, на что это похоже? У нас же вся ночь впереди. Ночь? Рит. Через 8 часов мне назначен важный суд. Мне нужно хоть немножко выспаться. Еще бывшая жена просила завтра заехать. Прости, я устал, я очень хочу спать. Завтра я тебе обещаю, мы устроим все, что ты захочешь. А завтра может быть поздно. Чего не сделаешь ради любви? Маргарита Сергеевна, вставай! Я не могу сегодня работать, я сплю. Зло не должно спать. До 4 утра вымывала воду из квартиры. Мне кажется, в гостиной нужно менять паркет.
Ты знаешь, если бы ты вчера утонула, ты получила бы премию Дарвина за самую нелепую смерть. То ж надо затопить квартиру, чтобы измотать мужика для соперницы. Ничего ты не понимаешь. Мы с Игорем идеальная пара. Мы два карьериста. А эта Наташа, она такая милая. Она найдет кого-нибудь получше. Она тебе нравится? Нет. Ты ей сочувствуешь? Ладно, мне ее жалко. Не а жалко, что она встала у меня на пути. Все, иди, 5 минут еще. Куда ты столько наготовила? Ждешь гостей? А это так, на скорую руку. Тебе не нравится? Мне нравится, но я слишком уставший, чтобы быть голодным. Что насчет детей? А, да. Звонила классная Вики. Беспокоится, что она не сдаст математику. Она пропустила уже 3 занятия. Я поговорю с ней. А это бесполезно. Сережа каждую ночь приходит ко мне. Боится меня оставлять одну. Он хороший парень. Да. Знаешь, мне кажется, они никогда не смирятся с нашим расставанием. Вот я смотрю в их личики и вижу частичку тебя, себя. Мне кажется, если мы на уровне природы слились в такую гармоничную красоту, то почему не можем договориться в жизни? Правда? Игорь. Игорь, ты что, спишь? Алло. Он уснул. Кто? Игорь. Он уснул между моречью и жареной курицей. Если уж кто умеет вдохновлять мужчин, то точно не я. Мне так жаль, милая. Ты стерва выпила из него все соки. Пусть она им подавится. А ты знаешь, у меня есть один верный способ, как разбудить мужчин. Давай. Дорогая, ну правда, все кафе думает, что это я тебя довела до слез. Тут мужчина за соседним столиком вообще уже 20 минут смотрит на меня, как на стерву. Он теперь меня ненавидит окончательно. Я уверена, что это не так. Не надо меня успокаивать. Может, у него просто инстинкт сработал. Как это? Ну, представь, возвращается он домой. Он устал, он после работы. И вдруг ты со своими бытовыми проблемами, конечно, на него нахлынули воспоминания негативные. Он думает, зачем? Зачем опять открывать эту закрытую дверь и мучить эту прекрасную, понимающую женщину? Лучше жить своими жизнями. Ты права. Боже, как ты права. Ну, конечно, я права. Я всегда говорила, что нашу семью заел быт. И сама же наступила на эти грабли. Но только ты ни в чем не виновата. Да, конечно, дело не во мне, а в нас. Мы давно же не были наедине. Вообще забыли, что такое романтика. Вот я говорю, терять тебе нечего. Да, точно, мне терять нечего. Я приглашу его на теплоход. Да? На теплоходе было наше первое свидание. Мы зачем-то купили булку, чтобы кормить чаек. Но не было ни чаек, ни денег. Мы ели эту булку, нам было так хорошо, мы целовались. Вообще, это было самое лучшее свидание в моей жизни. А я-то думала, мы закрыли тему с бывшим мужем. Так. Мне нужен кофе. Ну все, пап, мы поехали. Я начинаю ревновать. Меня к этому красавчику, кстати, есть повод. Ему нравится проводить с тобой время. Все время спрашивает, когда я отправлю его гулять с классной тетей Ритой. Мы хорошо ладим. Обожаю ее. Пока, пап.
Ну, и как долго ты хочешь использовать меня в своих липких делишках? Сколько смогу. Теперь вы мой единственный источник сладкого. А если отцу расскажу? Я взрослая, мне нельзя портить тебе здоровье. Ну, а я расскажу отцу, что вы стерва. Он вас бросит. Еще порцию? Не, не надо. Мама увидит, что я поправился, и заподозрит меня. Продуманно. Я слышал, как она плачет по ночам. Не хочу, чтобы из-за меня тоже. Для своих лет ты слишком умный мальчик. Я слишком умный и слишком толстый мальчик. Ну ладно, толстый. Ты не толстый, ты крепкий. Спасибо. Вы тоже не стерва. Спасибо. А ты, кстати, знаешь, где нужны крепкие парни? Где? В этом году приема уже нет. Но тебе повезло, что Рита в свое время тоже устроила мою судьбу. Да, пришлось попотеть тогда, чтобы вытащить тебя из этого рабского контракта. Надеюсь, он теперь тоже попотеет. В понедельник сможешь приехать? Само собой. Хорошо. Я пришлю, что нужно купить для тренировок, но у меня одно условие. Какое? Нужно хорошо питаться. Это тяжелый спорт. И никакого сладкого. От этого у боксера выпадают зубы. Идет. Рита, а я не ждал тебя с утра. На твой расчет. Просто захотел тебя поцеловать перед работой. Я сейчас в душе к тебе. Слушай, мне телефон нужно позвонить. Я свою машину оставила. Можно твой? Да, конечно. Он на кухне на зарядке. Так, вторник. Встреча с руководством. Не подходит, не хочу же я, чтобы его уволили. Среда, суд тоже нет. Четверг, деловой ужин. Господи, что же я делаю? Алло, да? Да, я скоро буду. Четверг, деловой ужин. Удалить. Вот мой вклад в восстановление семьи. Ого, ты мне купила билет на теплоход? Да, на четверг. Ну, просто в пятницу там полно туристов. Какая уж тут романтика. Спасибо. А если вдруг Игорь не сможет? Я уверена, что сможет. Светка. Ну-ну. Спасибо тебе. Проще было бы встретиться в городе. Ну, зато так красивее. А потом, почему бы нет, если есть свободные 2 часа? Телефон, у тебя был странный голос. Да? Наверное. Просто я в последнее время стала часто думать о жизни, вообще о будущем. Меня от этой качки наизнанку выворачивает, я еще пообедать забыл. Помнишь, как ты? Да, точно. Только тогда с погодой не так повезло нам. Да? А мне показалось, было солнечно. Это от того, что мы были вместе. Хорошее было время.
Да. Как мы умудрились все испортить? Может, не все? Может быть, что-нибудь да осталось от нас прежних? Из этого можно вырастить что-то хорошее. Возвращаемся обратно. Ну, я не знаю, через час, полтора, наверное. Господи, до этого не может быть. Ну почему нужно было встречаться на теплоходе, а? Я не успею вернуться на работу. Ну, откуда же я знала, что у тебя вообще сегодня работа? А с тобой вечно так. А, ну нормально. Значит, это я всегда виновата, да? Я просто тебе... забыла, что у тебя на первом месте всегда работа. Потому что тебе на мою работу всегда было плевать. Да. Я все прекрасно понимаю. И, безусловно, мы сейчас решим эту проблему. Одну минуточку. Голденблат на линии. Что он хочет? Говорит, что юрист, которого ты ему порекомендовала, сорвал встречу. Игорь? Да. Он опаздывает на переговоры с истцом. И если не приедет, нужно будет заняться поиском новой кандидатуры. Черт! Да, простите. Она вам обязательно перезвонит. Мой человек в речном пароходстве договорился. Через 10 минут ваш теплоход сделает остановку, я жду. Господи, Рита, спасибо тебе огромное. Ты меня просто спасаешь. Теперь вы подруга-спасительница, а я ходячая проблема. Нет, она всегда меня опережает на шаг вперед. Я не знаю, если бы у меня была паранойя, я подумала, что она мне жучок какой-то. Ну да, в сообразительности ей не откажешь. Жаль, что у тебя ничего не получилось. Ну почему ничего не получилось? Что-то получилось. В смысле? Понимаешь, мы когда оказались там, что-то стало происходить между нами. Я увидела его глаза, я почувствовала, что он по мне скучает. Неожиданная встреча. Да уж. И ты здесь. Ты представляешь, а вот мы с Ладочкой ищем книжку одного странного чудака-мексиканца, который 10 лет прожил в пещере один и при этом вел дневник. Правда? Да. Грустное чтиво, наверное. Ну, а ты как поживаешь? Отлично. Как разбудить либидо? Интересно. Ну, ты очень хороший автор. Предыдущие его книги имели огромный успех. Например, «Когда мой бывший козел здесь улицы» или «Предательство меня». Не слышали? Что вы? Это же просто книги легенды. Особенно «Моя подруга» и другие виды пресмыкающихся. Пересдается регулярно. Рады были повидаться. Угу. А обязательно купите, вы не пожалеете, вот эту вот книжку. «Прелюбодеи и их место в аду». Ножки снимешь? Да. Я держу. Ты не представляешь, как я его люблю. Я же думала, какой у нас будет дом. Какие у нас будут дети. Ну чем, скажи, чем я хуже, чем эта Лада? Да ничем. Ты лучше. Ты красивее. Ты теплее. Ты мудрее. Ты вообще супер. А она что? Она же... бездушная кукла. А он выбрал ее. Ну, значит, он тебе не предназначен. Как-то. Человек, который твой,
он всегда будет рядом. А который не твой, он никогда не будет. Как ни пытайся. Ты правда в это веришь? Абсолютно. И у тебя все еще будет хорошо, вот увидишь. Все, я все. Святой, ты меня извини, но мне бежать нужно, у меня же дети. Сиди со мной. Еще немножко. Спасибо, что подвез. Навряд ли я сегодня смогла бы сесть за руль. Так с чего ты надралась? Уф, ну, был повод. Ну, я звонил тебе весь вечер, я хотел приехать. Ты не представляешь, какая шумиха была на работе. Просто ужас. Ну, рада, что все обошлось. Ну что, до вечера? Что случилось? Не знаю, не могу. Почему? Не могу, и все. Я не знаю, между нами вдруг как стекло возникло. А у меня в голове вот такими красными буквами. Ты не можешь целовать этого мужчину. Потому что это мужчина твоей подруги. Она мне не подруга. Ну, а твое подсознание говорит обратно. Знаешь, ты всю жизнь раскладывала людей как пасьянс, но ты слишком порядочна, чтобы поступить с ней так же, как поступили когда-то с тобой. Прекрасный выбор вам обязательно понравится. А, пожалуйста, шампанского. Одну минуточку. Что-то отмечаю? Ну, это как пойдет. О чем ты хотела со мной поговорить? Наташ, вот эти неудачи, которые с тобой произошли за последнюю неделю, ты не акцентируй на их внимание. Может, там, ну, какие-то другие причины. Понимаешь? Понятно, не понимаешь. Ладно, я уверена, тебе надо рассказать Игорю про свои чувства. Пусть он сделает выбор. Ты правда думаешь, что так лучше? Честнее. Потрясающе. Ты просто читаешь мои мысли. Я именно так и сделаю, когда он придет. Куда? Сюда? Угу. Ну, я так много рассказывала тебе о нем, что настало время лично познакомиться. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мне очень нужна твоя поддержка. Ну... А двойное свидание немножечко разбавит обстановку. Двойное? Угу. Ну, я знала, что ты будешь против, поэтому ничего тебе не говорила. Дорогая, ну хватит уже страдать ерундой. Пора открыться чему-то новому. Ты знаешь, я, наверное, на минуточку отойду. Ну, как-то надо подготовиться к этой судьбоносной встрече, да? Извините. А вы шампанское принесете? Кошка, чью мясо съела. Черт. Пс. Молодой человек, вы не могли бы мне помочь? А? Отлично. Я рад за тебя. Я сам рад, что она согласилась встретиться. Я эту Светлану знаю? Нет, нет, мы с ней познакомились после нашего развода. Она прекрасный человек. Mm-hmm. Тебе она понравится. Ну, вряд ли больше, чем ты. Ты что, со мной лютуешь? По старой памяти. Mm-hmm. Что-то нет? Попрошу обратить внимание на наше специальное предложение. Это не займет много времени. Блюдо от шеф-повара. Нежная баранина, томленная в соусе из белого вина с сезонными овощами на гарнир. Кроме того, хотел бы предложить десерт. Чизкейк от шеф-повара с сезонными ягодами. Специально для вас хотел бы порекомендовать топинамбур, обжаренный во фритюре. А что такое топинамбур? Топинамбур – это овощ с очень деликатным вкусом. Я уже позвонил владельцу машины, он сейчас выйдет и уберет. Ясно. Света, мы ждем тебя в ресторане. Серьезно? А это твоя машина, да? Да. Понятно. Господи, с
Свет, что происходит-то? Я тебя везде ищу. Извините, у меня звонок важный. Алло? Привет. Представляешь, только что видел девушку, поразительно похожую на тебя. Свет, ты что, меня бросаешь? В такую минуту бросаешь? Это из-за меня. Алло. Мне показалось, что я только что услышал голос своей бывшей жены. Ты где? Я хотела уехать, потому что... Господи, ей плохо. Нет, мне нормально, у меня просто в глазах потемнело. Так, все. Так, Витя, все, давай в клинику. Больницу. Я сейчас Игорю срочно скажу и приеду все, к вам. Все, давайте, посмотри, взбледнулась вся. Аккуратно. Аккуратно. Слава богу, проснулась. Как ты? Нормально. Черт, я себя никогда не прощу. Ты-то тут при чем? Да я тебе устроила этот стресс. Наташ, я тебе хочу сказать, вернее, давно надо было сказать, но в следующий раз я просто не переживу. Ничего не надо говорить. Я все знаю. Правда? Конечно. Я просто так сильно тебя погрузила в свою историю, хотя ты еще от своей не отошла. Я просто не думала, Свет, что... Наташ, ты замечательный человек. Ты моя самая лучшая подруга. Ну, как у нас дела? Лучше всех. Теперь так и будет. Потому что я намерен проконтролировать это лично. Привет. Я же сказала, что я не могу сегодня встретиться. Поэтому я здесь. Ты не звонишь и отказываешься встречаться. Я что-то сделал не так? Да. Дело не в тебе. Это из-за моей бывшей жены? Что? Послушай, в последнее время мы действительно очень часто встречались, но это ничего не значит. Я не хочу возвращаться в то время, когда мы постоянно ругались, дулись неделями, бросали трубки. Все эти стрессы, все эти скандалы, я не знаю, как все это пережил. Слушай, хватит ныть! Что? Прости. Я просто плохо себя чувствую и не могу слушать это уже по 10-му разу. У меня только один вопрос к тебе. А что ты сделал конкретно, чтобы сохранить ваш брак? Ты, конкретно ты. Я не понимаю. Твоя жена наряжается для тебя. Готовит курицу, зовет на теплоход. А что ты сделал? Ты когда ей в последний раз цветы дарил? Ты целовал ее, когда уходил на работу? Ты хоть раз отменил деловую встречу для того, чтобы остаться с ней? Нет? Так не жалуйся на жизнь. Ты тоже виноват в вашем разводе. Откуда ты знаешь про курицу? Потому что у всех все одинаково. Прости, я пойду. Мне надо побыть одному. В общем, сегодня или никогда. Либо я уйду с ним. Нет. Никаких либо. Я уйду с ним. Просто скажи, что любишь. Просто скажи. И никаких игр. Как будет, так будет. Ты думаешь, я лучше ее? Ну, мне трудно судить. Самое лучшее, слышишь? По крайней мере, для меня. Иди, никаких либо. Да. Привет. Привет. А я не сразу тебя узнал. Что-то в тебе... изменилось. Тут прекрасно готовят. Я не голоден. Нет, ты закажи.
Ну или, по крайней мере, не смотри на меня, а то мне просто не хватит смелости тебе сказать все, что я собираюсь. Сколько лет мы знакомы? 17? Нет, ты не отрывайся, ты читай. Я сама отвечу. 17 лет, да. Если люди так давно знакомы и еще имеют общих детей, кажется, что они неразделимы. И ни один развод не может поставить окончательную точку в их отношениях. Но это, по крайней мере, я так раньше считала, когда делала безуспешные попытки тебя вернуть. Ты пыталась меня вернуть? Пожалуйста, не отвлекайся, читай. На самом деле это не так. Просто надо найти в себе силы поставить эту окончательную точку. Я пришла попрощаться. Эта девушка, Рита, она, видно, очень любит тебя. Она прекрасно относится к нашим детям. Это из-за нее я сходила с ума от ревности, а в результате она меня сделала сильнее. Смешно, правда? Я сейчас тебя поцелую и уйду. А ты, пожалуйста, ничего не говори. Ладно? Эй! Гражданин, ваша станция! Привет. Привет. Давно тут? Не очень. Часа три. Ух! А чего же не позвонил? Не знал, что сказать. Думал, что увижу, и само все скажется. Рита, ты милая. Ты такая умная. Ничего-то мне больше не надо, только... А она меня больше не любит. Кто она? Подожди. Моя бывшая жена. Хочет, чтобы я был счастлив с тобой, а прошлое, чтобы осталось в прошлом. Подожди, не может быть. Так вот и я говорю, как такое может быть? Она всегда была моей Наташкой. А теперь ее нет. Я вдруг ясно это понял. Ты любишь ее? Люблю. Хочешь быть с ней? Теперь это уже не важно. Главное, что с тобой я больше не могу. Ясно. Пожалуйста, прости. Все, пока. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, перезвоните позже. Ну что, сегодня через озеро и площадку? Ага. Слушай, ты Наташу не видел на работе? Что-то она трубку не берет. А она отпуск взяла по семейным обстоятельствам на неделю. Говорит, дома хочет побыть. Ну что, поехали. Да, только крюк сделаем. Сначала на телефон, просто я не хотела никого слышать. Да уж, страдать ты умеешь. Горы свернула, чтобы вернуть мужа, а потом так просто его отдать.
А я уже знаю, как тяжело его терять. Да забудь ты о ней. Тебя он любит. Нет, это неправда. Да он вернулся по первому свистку, несмотря на все ее козни. Свет, я тебе умоляю, ну какие козни? Наташ, я сейчас тебе кое-что скажу. Только перед этим я хочу, чтобы ты знала. Я никогда бы этого не сделала, если бы знала, к чему это все приведет. Откуда я знала, что ты станешь таким родным человеком? Наташ, дети по лестнице поднимаются. Что ты здесь делаешь? Вы уже нагулялись? Игорь, вот познакомься, это Света, про которую я тебе рассказывала, моя лучшая подруга. Что? Ну, я не знал, что вы вообще знакомы. Рита, что происходит? Это не Рита, это Света. Ты что, теперь всех этим именем будешь называть? О, мам, привет! Представляешь, мы с папой на картинге были. Рит, привет! А почему ты не приходишь на мои тренировки? Прости, не до этого. То есть мы теперь будем все жить одной большой дружной семьей, да? Прогрессивнее. Так, стоп, подождите. Я сейчас ничего не понимаю. Свет, что происходит? Света, у тебя все в порядке? Я тебя потерял. Всем привет. Ты-то что здесь делаешь? Так, Рита, я сказал, что больше мы не можем встречаться. Стоп. А ты что, с ним встречалась? Так боялась, что меня обманут. Поэтому обманула всех сам. Совершенно верно. По одной таблетке каждый день после завтрака. Да. Повторный прием у вас через неделю. Всего доброго. Я сейчас вызову охрану. И что ты скажешь? Она не хотела отдавать моего бывшего мужа, и я пыталась вернуть его хитростью. Брось. Мы обе хороши. Ты поступила хуже. Ты сделала меня подругой. И поверь, это единственное, о чем я не жалею. Я вообще перестала верить в эти понятия. Любовь, дружба. Но то, как ты сражалась за свою семью, при этом не пытаясь идти по головам, и растопила тот жир, которым заплыло мое сердце. Слушай, ну прости. Ну, прости, что я тебя подвела. Ты неважно выглядишь. Спасибо. Видимо, надо чаще гулять и забрать свой велик из моей парадной. Доктор Пантелеев все еще практикует вечерний ЛФК в парке. Я все еще один. А я скучаю по тебе. Я тоже. Здравствуйте, доктор. Я не тот доктор, что вам нужен. Я кардиолог, а не психиатр.
Стой. Перетекочка. Ну, просто поверь.